Всем привет, с вами Ник, и сегодня заценим Чарвел Сан Димас. Скажу, пожалуй, только одно. Заходите на сайт Jack Tomsk, и если вы искали что-то подобное, то обращаем внимание на этот Чарвел. Я бы купил его себе, сделал, так сказать, подарок на Новый год, но, к сожалению, пообещал жене купить шубу. Спасибо, что заценили. Не забываем подписываться ко мне на канал на YouTube, заходить в сообщество ВКонтакте, туда тоже до кучи. Ставьте лайки, если вам по кайфу. С вами был Ник. Пока!